знаешь, мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос. Будет заместный закус, эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут, если в деле водос. Будет заместный закус, эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте к силы, сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос начинает. Раз, два, три, это тебе не шутки. Смотри, здесь стая, будут копы нагнуты, как проститутки. Арифметика простая. Эй, копчик, береги свой копчик. Здорово. Что ж вы нарушаете? Водитель, нарушили. Кто сказал, что я нарушил? Движение. А именно, двигаясь по улице Барабашова, повернули на рынок Барабашова под знак 4-5. Там знак висит, который разрешает вам движение только прямо и направо. Нарушили правила движения. Следите, пожалуйста, ваше водительское удостоверение, 720-2015 средств. И все? Да. И все, и вы мне просто выпишите постановление, и все? Нет, будем проверять свидетельство регистрации транспортного средства, проверять его через базу данных. Через базу данных? Конечно. Для чего? Буду понимать. Являетесь ли вы владельцем данного транспортного средства, чтобы иметь право управления им? И не прошло ли время на растамаживание данного транспортного средства? А у вас есть база специальная, которая может установить, растаможенный у меня автомобиль или нет? Дежурную часть, это все проверяется. Ладно, ну давайте розгляд справы починати. Ну все как обычно. Хорошо. Ваше посвідчення службовое. До вас звертати державною мовою? Та на русском можно. Полтавець Дмитро Миколаївич. Все, вопросов нету. Шевченко Ігор Валентинович. Все, вопросов нету. Вообще, именно, даже не могу именно придраться, что вы там показываете на камеру, не показываете. Все именно супер. Предъявите, будь ласка. Нет, мы давайте начнем розгляд справы. Давайте начнем с 278 статьи. Нет, мы начинаем сначала с правил дорожного движения, правильно? Ну, допустим, давайте, давайте. В пункте 2.4 написано, что при остановке по полицейским водитель должен предъявить соответствующие документы, правильно? Может быть. Предъявите. Для чего? У вас это в обязанности, как для чего? Для просто сфотографировать, посмотреть, передать кому-то. Установить вашу личность, а там установить уже... достаточно паспорта. Давайте паспорт. К сожалению, паспорта нет. Ну, так... Есть загранпаспорт. Вы же водитель. Предъявите водительское удостоверение. Давайте так. Вы мне сейчас покажете мое правонарушение. После этого я уже вам предъявлю. Попробуем. Ну давайте попробуйте. С нарушением я вас ознакомлю во время рассмотрения дела. А мы еще до 279 не дошли, мы, ребят. Даже до 278 не дошли. Вообще, да. Вообще. Я знаю, что есть 255, ну первая, вернее, где-то слышал. Там в YouTube иногда просматриваю. Здрасте. Добрый день. Твоя совсем села? Да. Сейчас она будет пиликать, я думаю. Ну, ничего страшного. Это выпить, еще не... А вы как? У меня такой вопрос. Вы коллегиально разглядаете или я по отдельному? Мы же еще не разглядаем ничего. Все. Вот я купил новый кодекс. О, вот. Отлично. Видите? Давайте. Да. Если там что, если вы мне покажете, что там если, нету такого, если как да, бы. Да. Либо общается либо один инспектор, либо почему? Вы вдвоем. Ну давайте мы я. Мы еще не рассматриваем. Смотрите, дело. Вы уже еще. Вы еще. Так вот, я же говорю, что мы делаем. А то вы тут такие красавцы стали на одном месте и бомбите людей. Вот теперь давайте со мной тоже. Люди не нарушали. А вот если вы тоже много чего не нарушали, было бы во все бенч. Возможно. Да. Так, ну. Я вам покажу, я сказал, что я документы свои покажу.
Так если их правда их не забыл. Надо еще. Так а да. Вы что хотите? Я что-то не. Я хочу понять. Да. И увидеть свое правопорушение. А именно воспользоваться 251 и 268. Справа, да, даже на а, вы уже мне требуете документы. С какого перепугу, ребят? Мы требуем ваши документы согласно пункту 2.4 правил дорожного движения. А закон о полиции 32 статья. А закон о полиции 31 статья, ребят. А где это, где написано, что документы у меня... Я должен требовать у вас только после того, как распочав разгляд справы. Подождите, ваша вимога повинна ґрунтуватися на чому-то. Я хочу понять, на чому вона ґрунтується. Либо ви мене просто хочете розвести на постановлення, или на бабки. При чому там розвести? Что-то я не понимаю. Ну я ж объясняю. Ну, объясняйте. Давайте, можно увидеть мое правонарушение? Так смотрите, ваше правонарушение мы будем смотреть, когда будем... Давайте вы мне еще скажете, ребят, давайте вы мне еще скажете, что мы не можем вам ничего показать, все закодировано, нужно ехать на Шевченко 315. Мы попробуем посмотреть. Ну давайте посмотрим. Нет, так давайте ж по порядку. Сначала ваши документы. Устанавливаем ваши. А где там написано, что сначала мои должны быть? Ну, в законе. ПДД это подзаконный акт. В законе. Да при чем там закон? Закон Украины про дорожный рух. Все, давайте. Давайте, что там прописано в законе о дорожном рухе? Далее. Мы общаемся либо вместе, либо по отдельности. Сейчас я просто видео ищу. Давайте. Все, занят. Занят. Скажи, что ты тут правонарушителя злостного споймал. Ой, сейчас на троллейбус. Нет, пойдем. Ну как насчет злостного не знаю. Ну мало ли. Можешь ее включать, запускать. Да? Да. На твоей уже рассмотрение идет общение с водителем. Скажите, с уважаемым водителем. Надо добавлять сюда. С уважаемым. С уважаемым. Вот так вот. С уважаемым. И к вам тогда люди подтянутся. Нет. Наверное. Какой из них ваш? Товарищ полицейский, а вы там тоже кого-то остановили, да? Я нет. Красавчик. Красавчик. А ну-ка дай-ка я выйду. Друзья, значит объясняю. Город Харьков, академика Павлова. Последнее время здесь у нас 4-й батальон и все роты, которые только можно. Какая у вас 5-я? Первая. Роты собираются и людей пытаются разводить на постановление. Сейчас на моем примере попытаемся показать вам, как полицейский нужно заставлять, чтобы не просто вам выписывали постановление, а действовали именно в рамках закона. Правильно, инспектора? Конечно. Правильно, все. Вот попытайтесь теперь меня привлечь к ответственности за мое деяние. Давайте так же, я вам упрощу. Упрощу, чтобы вы сильно не напрягались. У вас нету видео того, что я нарушаю. Если не будет видео, попрощаемся. Не, мы не попрощаемся, ребят. Я потратил на вас буквально 20 минут на данный момент. Вы закройте ее мне по 247 части 1. Дадите мне это постановление для того, чтобы я ваши действия обжаловал в суде. В любом случае я от вас просто так не отстану. Если вы хотите в рамках закона, не будет такого, что вы, значит, людей можете кошмарить, а водитель вас не может кошмарить. Поэтому сделаем все красиво и правильно. Друзья, и самое главное, когда отсутствуют у полицейских материалы по вашему производству, а именно это когда открыли производство по поводу вашего нарушения, то они обязаны закрыть его по 247 части 1. Это прописано в 284 статье КУПАПа. Там есть виды стяг.
Что вы, за что вы водителя крепите там? Я не креплю никого. Вот красавец, умеешь идти. А что ты грязный такой, друг? О, грязная дорога. Грязно, ладно, постираем тебе штаны. Здравствуйте, давно... давно хотел заехать, до времени все не было. Вот сейчас мы посмотрим, как они попытаются меня привлечь к ответственности. Ребят, что вы хотите увидеть на боди-камерах? Скажите мне, пожалуйста. Момент поворота. Момент поворота. А момент нарушения можно будет увидеть? Вот это же момент нарушения. Вы уверены? Абсолютно. То бишь, если я поворачиваю с главной дороги на прилегающую или с прилегающей на главную, и там будет момент моего нарушения, правильно я понимаю? Правильно. Здесь на территорию рынка въезд запрещен. Запрещен, вы уверены? Знак 3-2. Вы уверены? Уверен. Что сюда нельзя вообще заезжать? Да вы что говорите? А вы хорошо этот знак изучали, инспектор? Хорошо. Вы обслуживаете данную территорию? Ну так это ж я буду в процессе рассмотрения дела все давать. Пояснение, ходатайство, все буду в процессе этого. А скажите, пожалуйста, вы не нарушаете ничего, например, закона полиции? Нет. Вы уверены? А о чем мы нарушаем? К вам вопросов нету. К вам, инспектор, уважаемый, не нарушаете. То есть у вас все четко? Абсолютно. Вы уверены? Уверен. 20-я статья вам закона о полиции ничего не говорит. Например. И 718 приказ о настрое вам тоже ничего не говорит. А что вас не устраивает, на вас настрое? Встаньте возле меня, пожалуйста. Посмотрите на своего коллегу. Что вы видите? А что я должен видеть? Что у него отсутствует? Отсутствует. А. Ёлки-палки. А тут под жилеткой тоже. Ну подождите. А нет. Там же 718-й вы читали? Конечно, читали. Что там написано? На видном месте. На видном месте. Я его не побачу. Инспектор, напомните, как вас зовут? Шевченко Игорь. Игорь, я вам могу сделать, как говорится, поблажку. Можете не напрягаться. У вас видео не будет моего нарушения. На там будущее... Вы движете уже на территории, двигаетесь. И что теперь? Совершенно поворота не видно. Да даже если бы он был бы введен. Виден. Вы уверены? Да. А можете мне ознакомить? 15, 4, 5 расположены с той стороны. Где? Покажите, где? А, вот, где? Возле светофора. Возле какого? Знак. А там? Можем пройти посмотреть. То бишь вы уверены, что там знак есть? Да, и с ним ничего не случилось? Конечно. Вы такие уверены? Вы уверены? Что с ним случилось? А давайте, я же говорю, вы выпишите сейчас на меня постановление. Ну только нет, только при этом вы придете в суд и вы докажете обратную сторону, что я действительно злостный нарушитель. Так мы же не говорим, что вы злостный. Нет, вы здесь людей кошмарите. Первое. Второе. Разводите на постановление. Объясняю вам внимательно. Именно послушайте меня, пожалуйста. Ага. Что без доказів, чітких доказів. Вы не можете притягнуть особу до ответственности. Так, а мы не спорим с этим. Это первый момент. Вот когда вы в автоэкипаже едете по главной дороге, становитесь за автомобилем не с правого ряда, там, не с середины, а именно за автомобиль. И четко видно, где водитель, поворачивая налево, едет прямо, неважно с какой стороны. И у вас будут доказы. А почему вы считаете, что это именно так только происходит? А скажите, пожалуйста, уважаемый инспектор, вы когда последний раз в суд приходили? Именно по админке, не по 130-й, не по уголовке, а по админке 121-й, 122-й. В прошлом году. В прошлом году. А я вам скажу так, а я хожу туда постоянно и обжалую ваши сраные постановления, которые вы пытаетесь привлекать водителей. Знаете, почему они слетают? Ну. А я вам просто примеры такие вот банальные привел. Банальные привел. Ну, так а вы хотите сказать, что... А я хочу сказать... Не-не-не, послушайте мою мысль до конца. Если водитель нарушил и... Давайте вот так на расстоянии стоим, чтобы вы в кадр же попадали. В кадр. Ну и я ж елки.
Чтобы люди могли понимать, о чем речь, кого я фиксирую. Водитель нарушает. Так. Его не привлекают к ответственности. Он чувствует свою безнаказанность, да? Допустим. И нарушает еще больше. А потом граждане и другие вот водители жалуются, почему у нас на дорогах за такой бардак. А доказы тебе показали? Ну, мне вообще не захотели. Я не спросил, а что не показали? У вас было справа, я могу знакомиться. А вы разъяснили 268-ю? Обязательно. Рассказывали много, но доказов я не просил, не показывал. А, ты не просил, но на будущее. Они этим воспользовались и привлекли тебя к ответственности. А были хоть вот это? А можешь показать? Вот на мужика, как ваши постоянно говорят, на мужика. Вот где четко он подъезжает под знак 4.1. Даже 4.3. На какой камере? Я попробую, даже при закрытии. Можете машину убрать, здесь пожарный пройдет. Я сейчас вот договорю и убираю. Хорошо? Я ж не ушел никуда, ж не бросил автомобиль. Плохо, что надо создать такие условия, чтобы не штрафовать, чтобы люди не ловить, понимаешь, они ловят нас. Нет, я буду максимально усилий. Достаньте, пожалуйста, восстановление. Походу, какая-то камера, номер какой указан. Вот это, оно, я тебе скажу, что в суде снесется сразу же. Вот я тебе говорю, оно снесется. Да, я ходил на еще раз, сто пудов заплатил. Шо-шо? Ходил к адвокату, говорю, как можно, они вот эти все настолько, блядь. Столько... Какому ты адвокату ходил? У меня там парень нормальный. Да ну успокойся, ну я этим занимаюсь, я тебе говорю то, что я знаю. Да? Конечно, мы сносим. Запомни, у него нету доказательств того, что ты поворачиваешь налево. Да, то есть нарушаете больше, и чтобы у нас на дорогах был больше бардак. Чувствуете свою безопасность? А давай по-другому скажем. Давай вы будете делать все, как полагается, букве закона, и тогда у нас не будет. А я тебе объясняю. Ты хочешь сказать, что ты можешь... В какой мере от меня это зависит, я делаю по букве закона. Все, смотри, вы давай точно такое же привлекай теперь меня, как ты и водителя. Я же тоже сам и повернул же. Повернул. Я же если то у меня камера писала 100%. Я знаю, что цель вашего визита. Водитель. Что? Цель вашего визита. Куда? Но вы здесь работаете. Что? Вы работаете здесь, Жалька. Вы кто? Я охранник. Так идите охраняйте. Ко мне вопросы какие? Что, мне нельзя здесь находиться или что? Ну, как интересуется у вас? Я просто по-человечески. А? Поинтересовался просто, чем вы тут. Вы увидели камеру, и она вас смущает или что? Конечно, у них же тоже начальство спрашивает. С чего у них спрашивают? Да, спрашивают, конечно. По поводу? Ну, вот вы снимаете. Мне запрещено? А вам тяжело ответить человеку? Ну, мне просто, когда подходит вот так вот один, второй, пытается тут что-то диктовать. Ну, тут такого же нет. Человек по-человечески спросил, ну, ответьте ему. Да мы сносим постановление, конечно. Надзор Харьков в телеграме, вбивайся. Если тебе, да, это моя группа. Там есть я, есть мои коллеги. Если тебе нужно, сегодня вынесли. У тебя есть 10 дней на обжалование. Сегодня какое? 17-е? 27-й последний день на подание иска. И поверь, снесется. Да не за что. Ты же понимаешь, это же начальство брючит, им надо определенное количество сдавать. Нет, это просто, понимаешь, это уже, как говорится, в практику вошло, что будем сейчас стоять и людей кошмарим. Так, к сожалению, я тебе скажу, если бы ты знал бы законодательство, тебе бы не выписали бы снять. Вот мне утверждают, что я где-то там повернул. Я говорю, покажи мне. Только я же это делаю в рамках закона, понимаешь? А не просто так. Они мне сказали, что я нарушил, где я нарушил? Вот. И именно видно четко знак там. Да что тут может быть видно? Вот тут ваша там. Смотри. Автомобиль видно, знак не видно. На вот таком вот экране будет. И будет видно
дорожний знак 4-3. Что обязательно сюда, вот вы заезжаете. Вы еще? То бишь, ты хочешь сказать, что ты будешь где-то в переулке обвинять человека о том, что он повернул и там когда-то был знак? Нет, при чем там какая-то знак, мы можем пройти посмотреть. Не, подожди. Послушай, пройти. Ты ж не будешь в суде говорить. То есть, если давай... не видно, когда нет, снять. Конечно. Ты ж не будешь в суде говорить о том, что судья, уважаемый судья, пойдемте, я вам покажу, а он спросит, а где можно увидеть, что на ту минуту, на ту секунду, в этот день, в это время. Этот знак присутствовал, и с ним ничего не случилось. Я оторвал, я понял. Коммунальным службам. Все, спасибо вот. За информацию. Обязательно в группу «Надзор Харьков». Обжалуй постановление. 20, да, сколько? Я был 28. Официально. А, 28? Вы что, 28 постановлений уже вынесли? Нет. Ладно, а что со мной мы делаем? Ну, мы же посмотрели, что там. Нету видео, да? Нету видео, вот, так. Значит... Остановка моя была, получается, незаконна. Теперь, незаконна? Теперь я хочу, чтобы вы мне закрыли производство, которое вы пытались тогда открыть. Не было открыто. А как вы тогда у меня пытались посмотреть мои документы? Как вы пытались я вообще... Говорю, в рамках закона Украины про дорожный рух, в рамках правил дорожного движения. Что такое правило дорожного движения? Скажите мне, пожалуйста. Это то, что водители должны неукоснительно выполнять. А закон о полиции, 32-я статья. А закон о полиции, 31-я статья. И самое удивительное, закон о полиции, 31-я статья, часть 2. И что там написано? Все нормативно-правовые акты. Будьте любезны, ознакомливать со всем. Не просто так. Остановили, взяли, выписали. Что мне в рамках закона о национальной полиции запрещает проверить ваши документы? У вас должны быть основания. Основания были. Можно он заедет сейчас сюда? Посмотрели? Основания что... были? Да. Какие? Показалось, что вы... Оп, теперь... дорожного движения. Показалось. Вас остановили. Так. Показалось, что... Доказательств нету. Все. А вы знаете, что Верховный суд вам запретил останавливать без будь-яких доказов водеев. Это первый момент. Теперь я попрошу вас закрыть постановление. Нету момента поворота. Пересмотрели видео. Давайте вы мне сейчас выпишите постановление. Момент был, как вы сказали, я это, наверное, тоже вставлю в наш разговор, где вы говорите, достаточно того, ну, чтобы был момент. Вы ж выбираете, что вставлять, а что не вставлять. Вы ж, давайте так, чтобы по-честному, от начала до конца. Так, я ничего вырезать, но я буду лишнее вырезать, где вы там стоите, там, сисечки мнете, понимаете? А я имею в виду... Не надо даже это вырезать. Зачем? Людям не интересно будет смотреть, сейчас скажу, 25 минут. Людям интересно 15 минут, 20 смотреть. Поэтому я вам говорю, вынесите мне, пожалуйста, постановление по 247 части 1. А именно... Не вынесем. Почему? Потому что провадження не было розпочато. Друзья, объясняю вам вкратце, что происходит. Когда идет рассмотрение дела, полицейские обязаны открыть производство, а именно взять постановление, взять там все материалы дела. Вот, и в процессе рассмотрения дела они должны доказать вашу вину согласно Кодекса судочинства 77 статьи КАСА. Вот, он должен доказывать вашу вину. Это первый момент. Второй момент, когда отсутствуют доказательства, полицейский что должен делать? Когда отсутствует доказательство и провадження было распечатано, провадження закрывается. Закрывается в каком виде? По 247. 47 первой части в каком виде? В письменном или в устном? Письменно. Сделайте, пожалуйста, я так понял. Провадження не было распечатано, я говорю. Я, смотрите, вы меня остановили незаконно. Есть незаконная зупинка. Почему незаконно? Ну незаконно. А почему она законная?
Потому что она соответствует 35 статье закона Украины о национальной. Покажите мое нарушение. Да при чем там нарушение? Первый, третий пункт 35 статьи. Покажите. Была информация, полагаю, что вы можно частный. Дальше идем. Согласно 31. Не подтвердилось. Согласно 31 части 2. Покажите мне все материалы дела, где кто дал информацию. Материалы дела, материалов дела нету. Не скажите, ребят, сложно, да? Теми людьми, которые что-то в законодательстве знают. Почему сложно? Ну, так, а почему вы тогда меня не привлекли? Потому вы что так видеозаписи не было. Так а вы же так уверенно стартанули на меня, все, будем часто вставать, особенно вы, по-моему. Да? Да. Особенно вы, да. Поэтому я хочу сейчас посмотреть, как вы будете дальше привлекать водителей. Я вам скажу, у вас не получится ни одного постановления вынести, пока я буду здесь находиться. Даже если у вас будет четкое видео. Представьте, пожалуйста, автомобиль где-то на парковочное место, чтобы не перегрызать, да, пожарные станции. Конечно, то я могу даже вторым рядом ставить. Не можете, наверное. Почему? Ну, потому что нарушение правил разрушения. Вы если сможете здесь тогда... Здесь есть парковка, встаньте туда. В чем проблема? То бишь вы хотите, что я не смогу. То бишь, если мы обратим внимание на вот эту всю проезжую часть, то все нормально, да, у вас? Нет, нормально. Вот теперь давайте, я же говорю, сделаем все в рамках закона. Просто так вы, водители, не будете просто штрафовать. Друзья, ну как-то так, не нарушайте правила дорожного движения, а если даже вы нарушаете, то это нарушайте в рамках закона. Вот я нарушил. Может закона, быть. Да. Может быть. И спровоцировал в рамках... других нарушать еще больше. Спровоцировал других нарушать. А, к сожалению, я этого сделать не могу, понимаете? Не могу. Можете, да? Нет. Потому что каждый человек отвечает за себя индивидуально, понимаете, как и вы. Давай. Вы просто облажаете, вы просто признайте свое поражение и все, я успокоил. Ну вы проиграли. Конечно, это все. Вот этому инспектору поставим огромный лайк. Ну, а вы знаете, что делать? Ставим лайки, подписываемся на канал. О, красава! Вот таких вот много надо полицейских. Все, пока.